наконец, мы даем слово Наталье Лоске, представителю компании «Содружество». Она нам раскроет тему анализа сучасних тенденций розвитку ринку, експорту меду, реалії та перспективи. Будь ласка, Наталя, вам слово. Шашечки. Ну, шашечки получить. Представляться не буду, ми всі з вами знайомі, да? Все зустрічались по районах. Я, прежде чем приступить к основной теме, буквально пару слов про органіку. Да, действительно, органіка на сьогоднішній день всегда пользується. Не на сьогоднішній, она всегда пользовалась спросом. За такое мы всегда даем дороже, как в оптовых продажах, да, в бочках, которыми мы занимаемся, так и в рознице. И подтверждаю, опять же, слова Александра, одна из сетей элитных супермаркетов выходила у нас с просьбой поискать им пасеки, в которых будет сертификат органики. Вот. Я за свою историю работы не видела ни одного такого сертификата от пчеловодов, с которыми мы работаем. Некоторых пчеловодов они нашли сами по Украине. У них такой подход, что действительно выезжают на пасеки и смотрят по факту, соответствует ли бумага фактическим значениям и показателям. И по их мнению, ни одна пасека не прошла их фактический аудит. Да, поэтому весь мед, который они завозят для 10%, как вы сказали, все действительно так и есть, это импортный мед. Вот. И, к сожалению, грустно слышать такие слова, что там не только мед, там вся сельхозпродукция, которую покупает наша элита, она вся импортная. Вот, поэтому, не знаю, действительно, я согласна, что это ваше направление, в котором нужно двигаться. Можно добавить? Давайте быстренько. Я пару слов. Для того, чтобы вообще заняться системой сертификации и реально производством такого меда, этим, как во всех странах мира, занимается государство. Они создают условия. Создание условий – это дело государства, а дальше уже… Поэтому у нас пока это вообще невозможно в принципе. Ну, знаете, когда станет первый производитель меда органическим, слово невозможно идет уже в будущее. Вы знаете, в Италии производят, по-моему, там 15 или 20% органического меда. И что? Давайте они шли к этому 50 лет. Время пройдет, мы встретимся, мы узнаем, кто будет первым. Так, значит, сразу скажу, чтобы у нас не было с вами горячих дискуссий. Моя цель сегодня рассказать, как я вижу этот рынок. Совсем не для того, что я вас не хочу агитировать, что сдавайте только нам или не сдавайте вообще. Сдавайте. Выводы сделаете сами по результатам. Итак, группа компаний «Содружество», да, компания, которая входит в пятерку крупнейших экспортеров меда из Украины. Буквально быстренько по карте, где наш мед уже пробовали, то есть наш, ваш. Вот, в принципе, практически основные страны большие это Европейского Союза. С Россией работали до 2014 года, но заела Россия, это Белоруссия. Сейчас в Белоруссии требования по качеству ужесточились, они, в принципе, даже серьезнее, чем в Европейском Союзе. Придумали такие требования, что, в принципе, даже нет лаборатории, которая может сделать анализы согласно этим требованиям. Поэтому в Белоруссии не работает. Штаты, Канада. То есть из того, что не продается, была у нас проблема поставка в Китай, но вы, может, слышали, может, нет, Китай с 2016 года закрыл свои границы для Украины. То есть они исключили Украину из перечня стран, которым можно импортировать мед. А, к сожалению, потому что это большая ниша для украинского меда, это огромный рынок. При том, что они признают, что украинский мед классный, вкусный, и оригинальный, понятно, но есть барьер. Еще Украина бы заплатила в каких нестандартных странах, да, тоже у нас были пробные поставки в Великобритании, была посовка на Иран, Ливия. Ну, в принципе, хотелось бы, конечно, в Норвегии, как бы ассоциированный член Европейского Союза. Израиль, как бы, в принципе, география довольно-таки большая, широкая. Вот, есть куда и дальше двигаться, налаживать контакты, да, с восточным миром и так далее. Но там есть свои вопросы, потому что на сегодняшний день весь арабский рынок, который дает хорошие цены, да, это страны зажиточные, там, где уровень жизни зависит от нефти. Но с ними не так легко вести переговоры. И, кроме того, как по их мнению, то, что мы можем предложить, это основной ассортимент, это подсолнечников и мед, их не совсем устраивает. Они хотят видеть или... Вот я уже рассказывала, что до сегодня по Ираку, да, мы работаем с ними, мы поставляем им акацию. Так вот, мы заключили контракт на 4 тонны акации, мы с сентября месяца,
искали эти 4 тонны, потому что они хотят настоящую акацию с высоким FG, с высоким содержанием пыльцы. Это должна быть вот аж такого зеленковатого прозрачного цвета. И последние 400 килограмм я еще кому-то в чате писала, мы нашли только 2 недели назад. То, что называется настоящая акация, которая не выпадает в кристаллы. Да, то, что там вы называете акацией, она вкусная, действительно, она, ну, это не подсолнух. Но вот маркетинговая акация, которая нужна, давайте я выступлю, вы мне сейчас зададите вопрос. Она, к сожалению, пока мы не можем выпустить. Ну, скажем, будем вместе работать над этим направлением, но пока это сложно. Если цена будет хорошая. Цена на хорошую акацию, она хорошая. Вопрос в том, что мы ее предложить пока не можем. Давайте будем слушать. Я вас перебью. Я вас перебью. Вот скажите мне, пожалуйста, и всей этой компании, какая рентабельность вашего производства? Ну, реально. Больше ничего нам не надо. Сегодня ноль. Раньше было неплохо, поэтому на сегодняшний день ноль. Ну, а как вы существуете? Как вы спите? Я считаю, что вам надо вешаться. Больше нечего делать. Вместе с людьми, которые выгоняют на улице. Будем вешаться все вместе. Зачем вы нас агитируете? Давайте мы послушаем. Все, я сел уже. Не надо. Не надо меня садить. Присядьте, пожалуйста. Не надо меня садить. Зачем вы переживали? Давайте дадим возможность до конца сделать презентацию, а потом дадим возможность. Спасибо. Воды никакой нету, уважаемые. Тише. Давайте без эмоций. Я еще раз повторю, я модератор, давайте я буду уже устанавливать правила, раз вы уже на нашем мероприятии. Если есть возможность послушать, пожалуйста, слушайте. Сейчас мы хотим послушать, а потом задать все вопросы, потому что мы забегаем наперед, а в презентации это будет. Еще раз повторяю, моя цель не агитировать. Я вам высказываю только свое мнение, и ваш мед из вашего дома я не забираю. Дальше. Быстренько скажу, очень много было уже обид на экспортеров, и сейчас они есть, и многие пчеловоды собирались вместе кооперироваться, выходить напрямую на клиентов и пытаться самим заниматься экспортом. Было такое. Я вам буквально кратко, опять же, вам этого никто не запретит, расскажу, из чего состоит экспорт меда. И вы принимаете решение, можете сами выходить. Сейчас заводов многие, которые просто оказывают услуги по переработке. Первое, то, с чем вы сталкиваетесь, да, всегда, это отбор образцов меда, который, как правило, происходит у вас дома, тара пломбируется, приезжают наши ребята или другой компании, неважно. Мы приезжаем к нам в лабораторию, то есть дальше уже, в принципе, все затраты нам, потому что сейчас вы сидите дома, ваш мед у вас никто не забирает, приехали, компания за свой счет все это делает. Лабораторные исследования тоже. Образцы попали к нам в лабораторию, сделали исследование, вы за это ничего не платите. Покупка, да, сырья только того, который без содержания антибиотиков. Дальше написала без признаков брожения, но это понятно, и фальсификации. Конечно, фальсификация – это вопрос очень острый, я пишу, но тоже уже говорили, что, к сожалению, фальсификацию на глаз определить невозможно. И это очень острая проблема на сегодняшний день. И уже сегодня озвучивали, что вы пользуетесь, начинаете пользоваться сиропами с содержанием, да, FG-сными. Будьте здесь очень внимательными, и если вы этим пользуетесь, то пользуйтесь только такими продуктами от проверенных поставщиков, потому что сегодня вопрос фальсификации клиентов номер один. Дело в том, что вы знаете, что в прошлом году Украина экспортировала рекордное количество меда, а учитывая, что пасеки у нас у многих не зарегистрированы, и официальной статистики производства меда нет, то сразу задается вопрос у тех же европейцев. Они фальсифицированы у вас мед? Откуда у вас взялось так много меда, если у вас так мало производителей? Поэтому будьте очень осторожны, потому что такой мед-фальсификат мы можем в домашних условиях, мы не выявляем, мы его выявляем только в немецкой лаборатории, когда уже отправляем готовую продукцию. Следующий, да, для подготовки производства, закупки бочки, все прекрасно понимаете, экспорт идет только в новой бочке, бушную бочку мы для экспорта не используем, потому что вся тара должна быть сертифицирована. Дальше мед, приехав на производство, декристаллизация меда, то есть ставится в камеру, да. Опять же, это все происходит не бесплатно, то есть это электричество используется или газ для того, чтобы перегреть, разогреть мед и дальше перелить его для
специальной ванной, которая будет подавать его на гомогенизирующие емкости. Дальше гомогенизация сырья непосредственно, засолка сырья, то есть розлив бочки. Дальше при розливе происходит отбор опять продукции, потому что после того, как мы ее разлили, мы ее повторно в свою лабораторию проверяем. Мало ли, вдруг на этапе исследования сырья мы чего-то там не усмотрели, поэтому готовую продукцию опять анализируем у нас здесь. Но те анализы, которые мы получаем в Украине, они не являются авторитетными для наших европейских или американских клиентов. Поэтому мы это делаем только для себя, чтобы перестраховаться, а для того, чтобы эту партию продать, мы отправляем это в аккредитованную лабораторию Европейского Союза, то есть в данном случае это в Германии проводится лаборатория. Только после того, как мы получили сертификаты качества, мы начинаем такую партию предлагать и заключать договор. Значит, контракт заключили, все хорошо отгрузили. Дальше, после отгрузки, ждем оплаты. Оплата, как правило, в контрактах она стандартная, 14 дней. По факту 14 дней не оплачивает никто, потому что процентов 2 из всего объема. И так приходится, ну, в среднем где-то 30 дней. Дальше, например, в течение 30 дней, это банковский процент и так далее, потому что ни одна из компаний не имеет такого количества оборотных денег, которые позволили бы ему не пользоваться процентами. Поэтому все эти этапы я ничего нового здесь не придумала. Они универсальны для всех экспортеров. И если вы будете кооперироваться и экспортировать, вы все то же самое будете проходить. Дальше, то, что у вас вы спрашиваете, с какой рентабельностью мы работаем и из чего состоит эта цена меда. Значит, в целом цена, которая сажается, я еще раз подчеркиваю, что это себестоимость, то есть здесь в этих затратах, в этом пироге, здесь нет прибыли, потому что ее на самом деле на сегодняшний день действительно нет. Хотите верьте, хотите не верьте, я переубеждать никого не буду. Да, производство сегодня существует для того, чтобы удержать штат людей, для того, чтобы не потерять позицию на рынке, потому что сегодня это то, что происходит, это классика экономической теории. У нас, да, дно, мы находимся на самом дне, но вы знаете, что за дном есть подъем, поэтому я думаю, что все-таки мы доживем до того, что будет хорошо и вам и нам. На сегодняшний день 67% стоимости это сырье. Дальше у нас, видите, почти идет 13% это доставка готовой продукции к покупателю. Я бы, конечно, не выделяла это раньше в отдельную статью, но сегодня то, что происходит с доставкой, это, конечно, вообще цирк. Потому что перевозчики, которые везут наш груз в Европу, они тоже поняли, что на этом можно зарабатывать. И когда мы отгружаемся вот в ноябре-декабре, когда у всех горят уже, да, контракты, то оказывается, что то нет разрешений на транзит в Европейский Союз, то еще чего-то нет. И таким образом в полтора, иногда и в два раза растет стоимость фрахта. Поэтому с учетом курсовых разниц получаем в среднем 13%. Дальше у нас собственные транспортные затраты, это топливо, которое мы тратим на отбор образцов и на забор меда на предприятие. 6% это заработная плата, 5% это бочка, потому что бочка тоже привязана к импорту. Металла у нас, оказывается, уже своего нет, поэтому все производители бочки используют импортный китайский металл для производства этой бочки. Соответственно, цена тоже подвязана под курс. Дальше, следующие 2% это анализ сырья и готовой продукции. Ну и там дальше по 2% это все вместе объединено, там мелкие материалы, тара, коммунальные услуги, амортизация. То есть, в принципе, если все это посчитать в натуральном выражении, то не учитывая доставки, потому что там нет фиксированной цены, будет выходить на 1 килограмм дополнительных затрат в районе 13 гривен, 12,65-13 гривен. Вот. Экспортные цены сейчас уже экспортеры как бы никого не обманывают, даже в чатах где-то выкладывали или в Фейсбуке, да, даже контракт, вот, что цены сегодня в районе, то, что нам предлагают европейцы, 1,75-1,8, но это потолок и неизвестно, будут ли после Нового года такие цены. Вот. Поэтому можете сами считать. Опять же говорю, переубеждать я никого не буду, есть математика. Дальше, то, что обычно происходило раньше в нормальные сезоны, да, потому что этот сезон, вы знаете, вы мед еще не сдаете, вы ждете на цену, мы тоже ждем, что или нам поднимут цену там, и мы сможем вам покупать по той цене, которая вам нравится, или мы ждем, пока цена просядет здесь, то есть пока есть остатки на руках, которые нужны. Обычно
раньше в сезоны, которые были стабильны, мы где-то 10% покупали в июле в самом начале, 80% от всего объема, который закупался, это был август-сентябрь, ну и 10% разбрасывается на весь год. По продажам тоже видите, да? Перескочила. По продажам больше всего 17% от всего объема продавалось в июле, в ноябре. Некоприят, потому что, знаете, да, квоты, поэтому самый большой объем. Это я говорю для нашей компании, то есть, ну, в принципе, если посмотреть статистику по всей Украине, она соответствует этой, потому что под квоты разбежались все. Вот. Дальше, что происходит на мировом рынке и какое же Украина занимает в ней нишу? Специально показала вам динамику экспорта меда в мировую. Да, вы видите, насколько увеличилось вообще в целом экспорт мировой. То есть если у нас в 2005 году было 412 тысяч тонн, то уже в 2017 490. Но если так посмотреть, 690. Если здесь динамика еще мирового экспорта вычитаема, то посмотрите, что произошло с Украиной. Украина в 2005 году всего 3,8 тысяч, в 2010, то есть за 5 лет всего лишь с прибавкой плюс 3 тысячи. И посмотрите следующие 5 лет, да? 36, 57, и прошлый год он рекордный, 67,8. Мы вроде Украина рассматривает для себя это хорошо, да, это приход выручки, это позиция Украины на рынке. Для европейцев они рассматривают это как то, что мы просто перенасытили их своим медом, потому что цена формируется как спрос и предложение, как и на любые товары. Вот на сегодняшний день, начиная с прошлого года, предложение украинского рынка, украинского меда на рынке настолько стало высоко для них, я вам рассказываю их позицию, то, что они говорят нам, когда мы задаем вопрос, почему вы не покупаете у нас по хорошей цене, что они не видят проблем никаких, и они не видят причин для того, чтобы повышать эту цену. Вот вам ответ, почему на сегодняшний день такие цены. Дальше. Показала Штаты еще вам. Почему? Потому что основными покупателями украинского меда, то, что я показывала страны, там Израиль и так далее, они это мелкие какие-то разовые контракты, основными покупателями являются Штаты и Европейский Союз. Вот. По Штатам интересная ситуация, то есть вот я вам даю цены, вернее не цены, а объемы за 6 месяцев до 2017 года, свежей статистики пока еще нет, сколько Штаты купили украинского меда, аргентинского и индийского. Потому что вы знаете, что основными конкурентами Украины на мировом рынке являются индийцы, аргентинцы и на сегодняшний день еще Вьетнам. Китайский мед, экспорт китайского меда в Штаты запрещен. В связи опять с той же фальсификацией. Европейский Союз покупает. Вот. То есть вы видите, какую Аргентину заполняет нишу в Штатах. И на сегодняшний день то же самое. Да, мы сегодня, при основе сегодня не наполняют Штаты таким объемом украинского меда, да, в связи с тем, что его не такое большое предложение сейчас с нашей стороны. Но как бы никто из Штатов не говорит о том, что, боже мой, что теперь делать. Потому что сейчас будет аргентинский урожай в январе месяце. И пока нет причин для того, чтобы он был плохим. Ну и судить пока тоже рано, мало ли что может случиться. Поэтому никто нам не дает сейчас выше цены и не говорят, что давайте бегом и тарьте нас своим медом. Дальше. Вот вам свежие цены, которые были вот за октябрь, за сентябрь 2018 года. Это вся информация официальная в государственной статистике Штатов. Смотрите, Аргентина продала за сентябрь месяц в Штаты. Получается 107 тысяч тонн. Видно вам? Подсветите там. Вернее, не 10,7 тысяч тонн. Дальше Индия 99,3. Дальше Украина, видите, да, 6,4. И Вьетнам там 1,6, там совсем относительно небольшой объем. Цены, смотрите, что происходит с ценами. Аргентинский мед, самый дорогой, 2,42 доллара за килограмм. Это уже с доставкой туда в Штатах. Это причем заключают контракты в среднем. Дальше Украина, 1,82, Индия, видите. 1,82. Многие из вас говорили, где находится Индия, где находится Китай, пока они довезут до Америки, то их цена должна быть еще выше, украинский мед все равно выгоднее. Не совсем так, потому что цена на фракт зависит не от того, какое расстояние с того же Китая, а от того, насколько популярным является направление. Посмотрите, почем сегодня стоят китайские тапочки и так далее дешевые, хотя Китай от нас тоже находится далеко.
Дальше. Украинский мед. 1,92. Средняя цена была за сентябрь месяц. То есть вы видите, что она выше была, чем индийский. И, в принципе, здесь тоже вьетнамский, небольшой объем, но, тем не менее, цена 1,8. Поэтому, когда мы говорим, что мы готовы продавать мед, у нас есть, но мы для этого должны дать выше цену пасечнику и купить, то нам озвучат, ребята, а почему мы должны давать выше, если нам готова Индия и готов Вьетнам покупать, продавать этот мед дешевле? Вот ответ, на который мы был вопрос, вернее, ответ, на который мы получаем на свой вопрос. Аргентинский мед, видите, стоит дороже, но, опять же, лично я аргентинский мед не пробовала, может, кто-то из вас был на Пимонде. Хороший, да? Вот. Но, по словам покупателей наших, у него выше FG. Вот. Поэтому есть как бы недостаток по сравнению с украинским медом, что он быстрее теряет цвет на своё темнее. Вот. Потому что украинский мед, в принципе, у нас есть, там, да, в рассол, там, 2 года оставляем пробники смотреть, как вырос, то цветность у него какая была, такая осталась. Но аргентинский мед якобы темнеет. Но, учитывая цену и то, что FG для них сейчас соотношение, да, фруктозы, глюкозы, играет очень важную роль. Вот, а в подсолнечниковом меде, в готовой продукции, соотношение глюкозы и фруктозы находится на уровне 1,01-1,05. Контракты, которые они нам предлагают, если они готовы что-то выше платить, то соотношение, то показатель должно быть выше 1:1. Подсолнечником мед такого показателя нет. Якобы в аргентинском меде есть, но я не мерила, не знаю. Вот. Сейчас перейти к этому слайду дальше. Вот. Поэтому, что касается цены на сегодняшний день, тут знаете, да, кто прозванивал, сегодня мы покупаем мед по 39 гривен. Я вам не буду. Я вам даже не могу точно сказать, будет дальше падать или будет цена расти. То есть сегодня ситуация на самом деле очень сложная, потому что все контракты, которые были, экспортеры закрыли, перед квотой все закрывают, потому что вы знаете, что в Европе Рождество, и в принципе до 25 числа уже все поставки закончатся. Я вам показывала, да, что наибольший объем всегда продавался перед Новым годом. Январь – это всегда затишье по контрактам, никаких цен нам озвучивать клиенты не будут, потому что, опять же, там новогодние праздники, там аргентинский урожай. Скорее всего, какие-то продажи начнутся в конце февраля, в начале марта. Опять же, какие цены будут – непонятно. Поэтому точно так же, какая цена будет для вас, будет она падать или будет расти, точно так же будет зависеть от спроса. Понятное дело, что вы будете сейчас говорить, что мед должен быть по 50, потому что у вас там затраты и так далее. Никто ваших затрат не говорит, что вы должны работать бесплатно или что у вас никаких затрат нет. Все понятно. Вот. Но на сегодняшний день условия рынку диктуют, наверное, даже больше вы диктуете, чем мы. Экспортеры сегодня рынок никак не строят. То есть экспортеры сегодня являются просто посредниками между вами и между покупателями. Вот поэтому ситуация такая. Что касается внутреннего рынка, да, я там буквально больше, наверное, для вас, чем для нас. То есть многие говорят, что ну давайте там вы не будете привязываться так к экспорту, а почему вы не развиваете внутренний рынок? Внутренний рынок уже не раз пробовали, да, входить в супермаркеты, то есть ниша его не очень большая. Вот то, что по 2016 году нашла, это в целом просто потребление меда в Украине. Вот, вы видите, насколько килограмм на человека. То есть показатели очень-очень маленькие. Нам это как большой компании, да, и будет неинтересно. Но вам то, что сегодня озвучивали, у кого будут возможности представлять свои продукты, да, мёд с добавками, там, с травами, вот крем-мёд, который мы сегодня пробовали, то, в принципе, эта ниша, она больше для вас, чем для нас. Поэтому, если вы нам так не верите, экспортеру, это ваше право, занимайтесь, пожалуйста. Сегодня есть и лавки здорового питания и так далее, где, я думаю, вас встретят. Если вы хотите пройти весь этот путь сами, вам никто не помешает. Если добавить, что дальше Аргентина падает сейчас по цене, у них контракты новые по 2 доллара. Ну, Аргентина пока свой мед не предоставляет. Это я вам за сентябрьский, это еще старый получает. Это то, что сейчас им озвучивают американцы. 2 доллара, 1,6 на закупки. Вот. Но на сегодняшний день. Я взяла вчера, просто промониторила, вот, чтобы вы говорили, что там говорится, не говорится. Вы можете сами это сделать.
зашла на торговую площадку Alibaba, знаете, вот, и просто вбила, вот, Валхами, это мед оптом, бочку, да, и вбила эти цены по разным странам, по конкурентам. Вот у меня первый Вьетнам. Что они предлагают? Уже с доставкой в Штатах, видите, в US. 1,6, 2 доллара за килограмм. Дальше, следующее, взяла плохо видно, наверное, но буду озвучивать. Дальше, взяла китайские ноты. Смотрите. Что там, 2012, если он того? Нет, это дата открытия. Дата открытия компании. Китайский мед. Вот, от 1 доллара до 1,5. Дальше, следующее, аргентинский, да, китайский мед он ужасный на самом деле, да? Аргентинский мед. Вот, то, что зашла, правда, 2, потому что, как бы, я знаю, что цена дороже для Аргентины, чем 1,2, не знаю, что это, ну, на всякий случай, может, какой-то вид меда, который, ну, я кукурузу. Ну, вот то, что она шла по цветности, у нее больше 50, это цветность, которая соответствует нашему подсолнуху, то Аргентина вот предлагает 2,55, 2,65. На световых площадках. И последняя у нас Индия, да, наш тоже конкурент, тоже озвучу, они предлагают от 1,6 до 1,65 с доставкой в Индию, в Штаты. Поэтому цифрами, вариациями за себя, точно так же еще раз это делайте сами, переубеждайте, вас ни в чем не буду. Ну вот такая вот ситуация есть. Я думаю, что, честно говоря, на следующий год ситуация будет тоже еще такой переломной. Нужно будет время, чтобы рынок структурировался, чтобы ушли и, скажем, экспортеров стало меньше, потому что их на сегодняшний день очень много, и они друг друга конкурируют, и точно так же очень часто некоторые экспортеры обещают вам сумасшедшие деньги за этот мед, собирают образцы, не приезжают потом за медом, вы не сдаете это тем экспортерам, которые готовы платить сейчас. В общем, вот такой вот бардак на самом деле, на рынке бардак. Вот. Дальше, что касается вашей обыденной деятельности как пасечника, обращаю внимание на несколько факторов. Паспорта пасек. На сегодняшний день ситуация с ними как бы не критична почему-то в Херсонской области, потому что в прошлом году мы когда покупали от пчеловода мед, у нас был коэффициент покрытия паспортами где-то на уровне 90%, а на сегодняшний день меньше 50%. Паспорта пасек есть, но осмотра пасеки в 2018 году большинства людей нет. Почему так произошло, не знаю. Может, дорого там, у ветеринаров. Ну, я не буду говорить, но вопрос проблемный на самом деле. Потому что вы знаете, что сегодня госпродслужба получила неограниченные полномочия по проверке предприятий. Сегодня они имеют право и на плановые, и на плановые проверки. И первое, что они смотрят, это ваши паспорта пасек. Дальше еще один важный вопрос – регистрация пасек. Что сегодня тоже звучало, это очень-очень-очень важный вопрос. Потому что еще в январе прошлого года был приказ госпродслужбы о том, что каждый пчеловод должен зарегистрировать свою пасеку. И нас, скорее всего, всех экспортеров поставят в условие, что пасеки, которые не зарегистрированы, мы не будем иметь права покупать ваш мед. Это регистрация мощностей или это какая-то другая? Ну вот, понимаете, там тоже вот, такой вот курьез. Вот, они хотят, знать, чтобы зарегистрировали мощности. А что они считают мощностью? Нет, нужно регистрация мощности, это очень круто. Но, опять же, есть лидерка, которая, не все же пасечники ведут цивилизованную... Нет, там же очень просто. Регистрация мощности, это буквально зашел на сайт, за 15 минут все это зарегистрировал, там заявительный принцип, там не надо ничего. То есть, что ты хотел, то ты и написал. И все. Вопрос-то в том стоит, этого достаточно для вас? Или для вам нужна еще какая-то другая регистрация? Для нас вообще как для... Госпродслужбы это вот это. Если они так говорят, они будут от нас принимать ваши номера, то нам этого будет достаточно. Для нас больше важны ваши паспорта пасеки, потому что еще почему что важно. Знаете, да, что вы там с целью какой-то экономии, вы у вас там... условно говоря, там 800 человек семьи, а вам там пишут 15, чтобы дешевле заплатить. Ну, я условно как бы, пожалуйста, не делайте этого, потому что когда вы нам сдаете там, по 5, по 6 тонн меда, а у вас в паспорте пасеки написано, что вы больше 200 килограмм за год не качаете, то тогда вопрос, опять же, у наших клиентов, ребята, у них нет регистрации, у них в паспортах написано, что у них там 3 семьи, откуда вы взяли этот мед?
Поэтому для того, чтобы позиционировать Украину на рынке как цивилизованную страну, которая развивает пчеловодство, здесь не только нужны усиленные действия со стороны экспортеров, а и ваши. Вы должны показать, что вы умеете вести цивилизованный этот бизнес. Тара. Старый вопрос поднимается постоянно. И в том году говорили, хотите тару в бочке, нет у вас возможности купить, она не дешевая, да? Приезжайте к нам, забирайте сертифицированную бочку. Даже если вы на будущее продадите этот мед в нашей бочке, мы сразу с вами обсудим вопрос, что если наша цена будет неподходящая, вы бочку будете продавать, то вы нам просто компенсируете стоимость этой бочки. Обсуждаться это будет сразу, перед тем, как ее дать, а не по факту. Это будет фиксированная цена или это будет... Да, на момент передачи мы сразу зафиксируем. А сколько на сегодняшний день бочек? Какая, новая или душная? Новая. Новая на сегодняшний день 1000 гривен стоит, а бэушная бочка, по-моему, там 650, там есть разные какие-то, 200-литровая бочка, 300 килограмм. Грузите, ну если мы уже когда закупаем бочку, то закупаем ее, то, конечно, наши уже грузят, ребята, а как при выкачке, то... А смысл вам покупать новую бочку, если вы все равно дальше посудите? Новую бочку можем вам, да, свою дать замен. Если у вас серая гриноловская бочка, она, в принципе, сейчас вся серая, то можете сразу нашу бочку забрать новую, без проблем. Вопрос сертифицированной тары, он вообще очень острый, потому что вы знаете, что как бы цены вроде не так растут в прогрессии, как растут требования к меду. Все сертификации, которые мы сегодня проходим, вопрос номер один. Они заходят в склад и спрашивают, а покажите нам документы на тару пасечную. Вот и скажите мне, у кого из вас есть документы на тару, что вы используете пищевой пластик и так далее. У нас алюминиевочка. Вот. То есть, опять же говорю, что нет у вас возможности перекрепить, на пластиковые бидоны дают сертификаты пищевой. На весь есть сертификат. Вот. Поэтому вы... Я же опять иду к тому, что просто докажите, что вы тоже можете вести цивилизованный бизнес для того, чтобы мы могли как-то ваши интересы там защищать. Да, по регистрации сказала, по фальсификату сказала вам. Сейчас посмотрю, что еще там было важно. По антибиотикам, да. Смотрите, с чем столкнулись в этом году? Как бы, в принципе, Херсонская область всегда была в лидерах по отсутствию антибиотиков в меде. Мы вам, я быстренько закончу, перейдем к вопросам. Вот, мы расставили пример область, а в этом году, не знаю, какими препаратами вы пользуетесь, просто пересмотрите для себя эти списки. Мы находим в меде, именно в Херсоне даже есть крупные пчеловоды, очень бешеные концентрации нетрофуранов. Это Западная Украина. Ну это может пчелопакеты, да? Это пакеты, да, это Западная Украина. И прям вот не просто там чуть-чуть, а именно там да, вот да. 20, 30, иногда уже в 100 раз превышает нормы. И метронидазол. Его вообще вы, уже после... Вы не матюкайте, скажите, что... А если бы я знала, что... Вот, поэтому я и обращаюсь к ассоциации, чтобы перечень препаратов, которые допустимо пользоваться, которые уже проверены, да, и вы знаете, что вы пользуетесь этим... Нет, разные, скажите, чтобы... Нитрофуран – это Западная Украина, метронидазол – это наш. Не знаю, но я хочу, чтобы... Сделайте себе перечень препаратов, которыми допустимо пользоваться, уже проверенные, и чтобы от имени ассоциации... Вы все имели этот перечень и пользуясь только проверенным, чтобы потом и вас не обижать. Вот, потому что вы тоже берете антибиотиком, не принимай нам. А какой процент от солнечного объема? 5%? 10 на сегодняшний день. 10% от общего объема. Это много. Это эффективные. Но это как бы произошло именно потому, что все докупили новых пчелопакетов. Потому что раньше... Плохая зимовка, большое количество пакетов. Мы все разведем карника, у нас отсутствует. Раньше было 5-6% отраковки, а в этом году почему-то много. Ну, в общем, проработайте этот вопрос, ну, вообще, для вас лучше. Это проблема, как правило, майского меда, потому что в подсолнухе уже... Ну, остаточное количество остаточное должно количество, быть, но... Не такое. Тогда, если это была уже не первая выкачка, то я постараюсь, чтобы было в первую. Да. У меня было, я привез пакеты, но у меня было там... Ну, не задерживай. 0,6. А еще вопрос можно задать? То есть на границе. Возможно, вопросы все. Да. Вопрос еще. Сколько стоит зарегистрировать одну пчелосемью на это лечение? Это не смешно. Это не смешно, я объясню. Значит, у нас новые каковки,
Вместо того, вот допустим, у меня 20 семей, а я говорю 5 семей. У того 60 семей, он говорит, у меня 10 семей. Потому что если за 60 семей, ему надо платить. Потому что за 60 семей ему надо, знаете, какую сумму заплатить? А кому платит? Как кому? Человек отвечает за цель. Это лечебницы пробы, а не семьи. 5 проб, 10 проб, анализы сдают. Когда пишет он тебе, сколько у тебя семей, нет, каждая семья не берется проба. С каждой десятой семьи. Вот так, с каждой десятой семьи. Как бы это не главное, правда, это не урегулировано. Да, а если я записал 20 семей, значит я за 20 семей, он говорит, ну не здесь. Со всеми берет все равно не на анализ. 100 семей. Там есть две оплаты. За проб, я задам вопрос. Не за чтобы это был вопрос. По конкретной сети. Чуть тише, можно? Вот ваша компания достаточно серьезно занимается экспортом меда. Сколько, какого стажа? 10 лет. Вы можете сказать динамику продаж по, ну, в разрезе 10 лет? Она выросла или она падает? Скажем, она... В целом? Скажем, вот, какая динамика за последние 3 года? Ну, вот ваши продажи за последние 3 года, они выросли или упали? До 2016 года динамика была очень интенсивной, так. То есть росла, в принципе, с приростом в 2-3 тысячи тонн. Угу. Вот, ну, на сегодняшний день, по, знаете все обстоятельства, да, то угу. На сегодняшний день, конечно, упала в целом. Упала в целом. Кто основной конкурент, кто забирает рынок, скажем так, ну, ваш? Ну, самое до ноября месяца это была Индия, то есть индийский мед, да, и ожидают... С начала, с февраля, это будет родитель. Чего не хватает вам? Сертификаты у вас все есть? Нам не хватает меда, который пчеловоды сегодня держат, потому что наша вот. Цена, а, ну, опять же, как вы считаете, почему не хватает меда? Потому что пчеловоды его держат или потому что или можно раньше выйти и контракт взять лучше? Нет, контракт раньше, это вообще самое плохое, заключать контракт без меда. Как можно заключать контракт без меда? Ну, они пользуются преимуществом тем, что у них раньше. У кого? У индийцев, у азиатов вообще практически круглый год. Поэтому здесь нет, здесь другое. Они прекрасно знают, когда у нас появляется урожай. И они тоже не контрактуются, ни европейцы, ни американцы. Они в этот период, когда ожидают наших контрактов, они тоже не контрактуются наперед. Они выжидают, что им начинает предлагать Украина. Поэтому преимуществ в плане того, кто вышел первый, нет. Кто вышел с какой ценой? Yes. Ну, логика какая? Смотрите, то есть у вас, вы должны понимать, что экспортер не такой уже и сладкий хлеб. Понимаете, если не будет таких игроков на рынке, трейдеров, будем говорить с твоими словами, да? Трейдеры, да? Да, то есть как есть оно, так и есть. То куда вы денете свой мед? А вот доставка они... с Аргентины и доставка с Украины, насколько она разница в цене? До Штатов ближе. До Штатов же ближе, там поезд, и там не будет портов, перевалов, как у нас. Ну, я думаю, что в принципе в пределах 3000 долларов, как вот мы платим, то я думаю, что плюс-минус у них тоже так будет. Она не будет. Цена примерно одинаковая. По доставке, а сколько в Аргентине вот на сегодняшний день закупка у пчеловодов? Ну это у них же на сегодняшний день еще нет урожая. Ну какого урожая в этом году? Еще не качали. Не готово. В том году, да, я слышала, вы правильно вы говорите, да. Не каждый год, не меньше. Так, еще вопрос. Да. Значит, есть такой майский мед, акация, плюс аморфа, там, плюс еще что-то, может быть, какая-то близость. Как вы на данный момент любите его или нет? На данный момент нет сегодня на сегодня, но что касается следующего сезона, то я вам смогу на этот вопрос ответить где-то вот когда уже будет в мае, в июне месяце, потому что я хочу все-таки научиться пробовать сортовыми медами. Ну, то есть на сегодняшний день мы покупаем сортовые меда, потому что никаких подсолнечных. Понятное дело, вы расцениваете лучше. Сейчас мы проводим некоторые производственные эксперименты работы с сортовыми медами. И если у нас все получится, то как бы мы будем покупать их, ну, по достойной цене, как должен стоить сортовой. Ну вот в этом году по какой цене вы взяли акацию? Акацию брали по 80 рублей. Настоящая. 80. Но это была, опять же, это была прозрачная, вот такая вот настоящая. Я приобрел 4 тонны. 39. И при этом она была кристаллизована. Волосы еще есть? Ребята! Вот за доллара со дружеству! Сдадим! Давай, ты чё вы? В смысле, наличными?
Спасибо. Спасибо за аплодисменты. Еще вопросы есть? Нет. У вас вопрос? Есть? Спасибо. Давайте поаплодируем.